Дом по улице Куйбышева, 307, был построен более 60 лет назад и уже давно требует ремонта. Инженерные системы, фасад и кровля пришли в упадок. Больше всех пострадала крыша. Жильцы верхних этажей не по виду из окна, а по каплям с потолка узнавали об осадках. Терпение закончилось, и соседи сами обратились в фонд, собрали подписи и теперь наслаждаются новой крышей. По проекту было заложено, значит, полностью демонтаж, полностью стропильная система, обрешетка, все. Включая винстояки, которые, ну, здесь их нет. Мы их восстановили новые, как вы видите, стоят. Зонты с сеткой. Сетка предназначена для того, чтобы не залетали голуби и не забивали винтканалы. На другом объекте в микрорайоне Химаш в доме по адресу Власть труда номер 28 также идет ремонт кровли. Старые слои демонтировали, поверхность крыши выровняли. Сейчас строитель застилает новую кровлю, используя современные рулонные материалы. Всего будет отремонтировано 39 домов. Самые популярные виды работ, которые будут проведены, это капитальный ремонт крыш. 26 видов работ будут отремонтированы, фасады и внутридомовые инженерные системы. В настоящее время работы ведутся на 10 объектах. В 5 многоквартирных домах работы уже завершены. За сроком и качеством всех проводимых работ следят инженеры фонда модернизации ЖКК, специалисты городской администрации и сотрудники управляющих компаний, а также сами жители. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.